Здравствуйте. Вы в обувь упали? Да, немножко. Спасибо большое. Спасибо. Я Дина. Меня зовут Игорь Курбаев. Очень приятно. Очень приятно. Привет. Что же вы, Игорь, так неосторожно? Да, представляете, позавчера сломал ногу, но не стал отменять интервью. Это плохо, у меня самой была нога поломана. Это больно ужасно. Может, обезболивающее выпить? Да пока не надо. У меня намечен укол на чуть попозже мне сделают. Начнем программу. Начнем. Что, у вас там какие-то секретики, подарочки? Да, это талисман, я без него никуда. Мужчина с талисманом, это так смотрится прям. Можно и на чайник. Обязательно. Не против? Я таких мужчин давно не встречала, чтобы у них были такие талисманы. А вы можете сделать мне укол? Ну, вообще-то я врач по первой специальности, поэтому я могу вам сделать укол, конечно же. Это не проблема. Давайте. Как трогательно, все прям как в моем детстве. А то, что это все антисанитария, раствор есть у вас? Вы знаете, это набор медсестры, которая, в общем-то, должна прийти как раз через час. А вы прям не боитесь? Я не боюсь, конечно. А что вы за препарат? Вы говорите, что у вас... Не, ну уколы я делать могу, конечно. А что за препарат? Какой-то обезболивающий. Обезболивающий, хорошо. Угу. Она вам его немного, надеюсь, делает? Она делает всю ампулу. Нет, всю ампулу понятно. А куда она вам его делает? Непосредственно за нижнюю часть спины. Нижнюю часть спины. Но я вам сделаю в ногу, реакция будет той же. Вы считаете? Уверена. Знаете, как укол, просто мужчины некоторые боятся уколов, но это, в принципе, самое, скажем так, не больное из того, что врачи могут с вами делать. Поэтому не беспокойтесь. Конечно же, я не буду вам делать вне спины, потому что это неэтично перед камерами делать такое. Ногу я вам сделаю, честно говоря, с удовольствием. Чего уж тут скрывать. Знаете, как любила, когда мы учились там, мы же все время тренировались на кроликах. Я людям, правда, никогда уколов не делала, мы на кроликах тренировались. Вы не делали людям? Нет, не делала людям. Но я же не доучилась, я только первый курс мединститута закончила. Да? Угу. Может быть, тогда не будем? Нет, будем. Вам двойную дозу или одинарную? Я думаю, там вот чуть-чуть прям достаточно. Чуть-чуть? Угу. Ну, давайте, задирайте. Ну, наверное, в эту ногу будет очень больно. Ну, куда скажете? Вы выбираете. Может быть, все-таки... Ну, нет, ну как, неудобно. Вы, как бы, ваша телевизионная карьера на этом, поверьте мне, замкнется на том, что я сделала укол в попу. В ногу нормально. Ставьте вот так вот, как бы, этой стороной, не бойтесь. Это не страшно. Может быть, я давайте кенгуру укушу тогда, чтобы не кричать. Вы готовы? Это больно, это страшно. Делаю. Только зачем вам в эту ногу укол? Я не понимаю, если у вас обезболивает, если болит та нога. В ту больно. В ту больно. Мне уже больно. Это хорошо. Значит, живой. Делать? Угу. Да? Угу. А плакать не будете? Угу. Точно? Вы у меня первый после кролика. Но если я просто буду выглядеть хорошо в этот момент... А вы боялись? Mm. Не больно же? Чисто. Спасибо, вы спасли меня просто. На здоровье. Обращайтесь. Хорошо.